Доброго времени суток! Меня зовут Кирилл Донцов. Мне 9 лет. Учусь в 3-м А-классе в школе номер 10 в городе Камчатский. На конкурс «Я читаю стихи» я приготовил произведение Сергея Михалкова «36,5». Ну, спроси, почему именно этот стих? Ну, наверное, либо я похож на героя, ну или герой на меня. У меня опять 36,5. Озабоченная, хмурая, я на градусник смотрю. Где моя температура? Почему я не горю? Я здоровый. Что со мной? У меня опять 36,5. Живот потрогал? Не болит. Чихает, чин-чин. Не чихается. И кашляет. Нет. И общий вид такой, как полагается. И завтра ровно к 9 придется в школу мне идти. И до обеда там сидеть, писать, читать и даже петь. И у доски стоять, молчать, не зная, что же отвечать. У меня опять 36,5. Я быстро градусник беру и меж ладони долго тру, на него дышу, дышу, про себя прошу, прошу, родная, миленькая ртуть, ну поднимись еще чуть-чуть, ну поднимись хоть не совсем, остановись на 37. Прекрасно! 37,2! Уже кружится голова, пылачоки от стыда. Ты не здоров, мой мальчик? Да. Я опять лежу в постели. Не велели мне вставать. А у меня на самом деле 36,5. Благодарю за внимание. По скрипту. Давно я сам болел. По-настоящему. Так что не повторяйте моих ошибок.